Уголки. Уголки само собой. Потому что... Ой, боже, кажется, прощаться нужно. Давайте я на вас поставлю вот так, чтобы вы не сбежали. Да я и так не сбегу. Куда уж мне? Так. Как я могу сбежать? Так, чуть-чуть. От своего счастья. Головушку облокачиваем. Так, как мы будем ставить уголочки, да? Мы можем, какие у нас есть варианты, собственно говоря. Мы можем сделать ровно, да, прямой по комиссуре. Можем по диагонали. Можем сделать скобку. Открываем. Скобку делать? По диагонали. То есть, смотрите, я пошла по контуру нижней губы с небольшим заходом на кожную часть. Прикрываем. 0,05. Открываем. Нет, теперь столбик. Закрываем. Угу. Все, уголок у нас зафиксирован. Откроем чуть-чуть. Угу. И вот здесь мы поставим маленький болюс для того, чтобы поднять окончательно. И все. Что-то мне неудобно. Дурацкая неудобная кушетка. Так, на меня что-то. Видно вам? Все складочки обрабатывайте очень хорошо. А вы живы? Mm-hmm. А срез иглы у нас наружу, да? Наверх. Mm-hmm. Откроем. Mm-hmm. Закроем. Так, еще раз откроем. Вот здесь еще чудочек. Так, откроем и закроем спокойненько. Закрываем. Закрываем. Все, все, все. Держи. Скажите, пожалуйста, а модель сегодня после биоревитализации? Нет. Я не на биоревитализации была. На плазмолифтинге. Коллега.